Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Hardreset Info, перед нами TCL 20 Pro, и в этом видеоролике мы вам покажем, как добавить какое-то событие, мероприятие, то есть вообще не важно что, в календарь на этом телефоне. Для этого мы находим сперва календарь. Это обычно довольно-таки большая проблема для меня, потому что я никогда не могу его найти на экране. Вот. В Google она находится. И чтобы добавить что-то новое в календарь, мы в правом нижнем углу нажимаем на плюсик. Выбираем, что это будет. Цель, напоминание, задача или мероприятие. Давайте, к примеру, выберем мероприятие. Напомнить мне, давай день рождения кого. Давай просто пишу вот так вот, hard. Дальше мы можем выбрать, что это весь день, потому что это день рождения. Когда, а также повторяется ли это событие, в моем случае это каждый год. И нажимаем... Эй, весь день. И нажимаем сохранить, после чего я создал напоминание о дне рождения, которое длится весь день. И, в принципе, на этом все. Давайте я удалю его просто, чтобы не засорять телефон. Если у вас остались какие-то вопросы, вы можете задавать их в комментариях. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пока!